Проект стартовал в рамках празднования Дня Победы. Нижнекамский главным куратором является районный военный комиссариат. Их силами уже собрано около 200 снимков героев войны. Для тех, кто хочет принять участие в масштабном проекте, нужно отсканировать фотографию, приложить к нему документ с информацией и отправить на почту по адресу patriotika_nkamsk@mail.ru или же позвонить для более точной информации по номеру 440430. Мы очень надеемся, что каждый из нижнекамцев откликнется, что это дело очень благородное. Хотелось бы, чтобы наш город вместе с республикой был максимально полно представлен на том мемориале, который создается в Москве, через фамилии, фотографии наших земляков. Важно знать, что эти фотографии отправятся не только в Москву, но и останутся в Нижнекамском военкомате. В планах создать терминалы с базой данных по уроженцам здешних мест к 2020 году. Их расположат на территории Монумента Победы.